Бийские ресурсовики продолжают подготовку к предстоящему отопительному сезону. Весь процесс находится на контроле у администрации. Там работает штаб по подготовке к зиме. Заседания проходят еженедельно. Решаются вопросы, трудности, взаимодействия ресурсоснабжающих компаний, управляющих компаний и единой диспетчерской службы. Добавим, что подготовка к зиме идет очень активно. Так, муниципальное предприятие «Водоканал» проводит ремонты как котельного оборудования, так и тепловых сетей. Запасы топлива на малых котельных пока есть. Готовятся к холодам и самые крупные ресурсовики. Это Бийская ТЭЦ и компания «Бийск Энерготеплотранзит СГК». Что касаемо последней, то буквально на прошлой неделе была завершена масштабная реконструкция тепловых сетей на улице Ленина. Здесь заменили порядка 250 метров изношенных коммуникаций. Капитальный ремонт на данном участке запланирован в связи с результатами проведения гидравлических испытаний. Выявлены дефекты при проведении гидравлических испытаний. Также проведение работ на данном участке приведет к повышению надежности, отсутствию дефектов при прохождении отопительного периода. В ближайшее время представители штаба намерены посетить ресурсоснабжающие компании, чтобы уже на месте посмотреть готовность к отопительному сезону.